Пошел к черту. Ну а что за злобная сука? Что за оскорбление? Я никогда ее не прощу. Не хочешь потрахаться? Да, погнали! Да я тебя, ублюдка! Прямо здесь и сейчас изнасилую в самой жесткой и извращенной форме. А ну пошла прочь, ведьма, он мой. Не для тебя его ягодка цвела, поняла, нет, да? Нет, пожалуйста. Я чуть-чуть запряла райду и жизнь удалась. Аве Мария! Четыре героя, которые должны защитить мир от неведомой ебалы. Один лучник, другой мечник, третий мудак. Что хочешь? На! На, сука! Подожди, ты смотришь мелодрамы? А ты? Ну, он предпочитает японские эротические аниме. Правда? Ты что за херня? А? Что? Да ты же садное аниме! Сначала спереди. Ногу, например. Не надо, я и сам. Так. Мыло, мыло, мыло. Ой. Интересно. Сэль, ты не будешь ставить этот диск. Твои вишенки выросли. А я любил их, когда они были крошечными. Кавабанга! Спросил такой, блин, ребят, с чего посоветуете начать смотреть аниме? Ну, конечно же, мне посоветовали Боку но Пико, лучшее аниме. Я посмотрел, наверное, минут 5 этого аниме, и потом я понял... Потом, мне кажется, я вообще все понял в этой жизни. Я давно разучился любить, чувства не растоптать и сердце мне не разбить. Но когда по весне я столкнулся с тобой, твой отказ, что ты сделал со мной? Извращуга, 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 тупой извращенец, урод, маньяк, насильник. Когда? Когда ты это сделал? Пока я спала? Это был мой первый раз! Мой первый раз! Как это могло произойти? Что? Сравнительный анализ. Будет ли изменять? Нет, вполне возможно. Со временем станет стрёмный? Да, нет. Можно долбить? Да, придется перейти на ручное управление. Меня.
and now you're going to die. Чому ти косплеїш Канекі із Токійського гуля? Чесно? Не хочеш, не говори? Я вибрала вілку. Що за жуткий вид у тебе? Я всю ночь вообще-то работал. Уверен? Конечно. Я очищу Азерот от мурлоковской нечисти, на! А можно я немножко прикончу его? Конечно! То есть нет! 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 Ну, коли ты ее трахать не будешь, я ее забираю. Ядрить ты лох.